Уже который день в связи с ремонтом на французском, ну, очень сильно затруднено движение, и водителям ничего не остается, как нарушать правила и объезжать по трамвайным путям. Наверное, звучит не очень привычно, но на трамвайных путях огромная пробка. Французский бульвар усыпан использованными, отработанными камнями, горы песка. Очень интересно, как в данном случае чувствуют себя пассажиры трамваев, которым приходится, наверное, в несколько раз дольше добираться до места своего, куда они там собрались. Мы стоим в пробках по 10-15 минут, ездим одну остановку от Пироговска до киностудии проспекта Гагарина. Из ничейных камней можно выложить, ну, допустим, инициалы нашего телеканала. Новая Одесса за то, чтобы все в нашем городе ремонтировалось правильно, хорошо, и неудобств для жителей было как можно меньше из-за этого. Наверняка после ремонта самой дороги придется ремонтировать вот этот участок на трамвайных путях. Режут за колеса. Беспредел в городе творится на французском бульваре. Он, походу, знает что-то, чего не знают остальные. Светофор работает. Ну, о, зеленый, пошли. Водителей, конечно, понять можно, но, тем не менее, очень актуальный вопрос. Где в этот момент ГАИ? Чем дальше от киностудии, тем песка и грязи на дороге все больше. Зато рабочих по-прежнему нет. Мы уже тут часа пол, минут 40, мы прошли от киностудии, ни одного рабочего не встретили. Вы тут часто бываете? Где они все? Не знаю, где они все. Алексей Алексеевич знает, наверное. Но он же, ну и Пастушок знает, наверное. Ну вот, собственно, мы видим первых пострадавших. Вас надо толкать. Вы не выедете так. Это место, это просто какой-то бермудский треугольник, но это бермудский треугольник имени невнимательности водителей. Добро победило. Самое грустное во всей этой ситуации то, что дорога перекрыта непонятно где. Ни возле Мускомедии, ни после поворота. Дорога перекрыта там, где сворачивать некуда. Поэтому водители вынуждены нарушать правила дорожного движения и ездить по трамвайным путям. Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.